5-6 декабря, когда совершенно было катастрофическое положение в этой деревне, даже сам Жуков, и в то время он находился у Рокоссовского, и находясь на командном пункте у Рокоссовского, когда узнал, что очередной раз, значит, выбили наших из деревни Крюково, он схватил свой пистолет, фуражку и говорит: поедем отбивать Крюково. То есть это было... Сталин по деревне Крюково дважды звонил Рокоссовскому и сказал: нельзя, оттуда прямой наводкой виден Кремль.